Спасибо. Сегодня церемония окрыления. Ты обещал встретиться со мной перед началом, помнишь? Вот и ты. Доброе утро, Линк. Идем, потом скажешь мне спасибо. Вот, давай, прыгни с моста и позови своего небокрыла. Вперед! Что? Что не так? Держись, Линк, все в порядке. Что же могло случиться с твоим небокрылым? Чтобы птица не отвечала на зов хозяина, неслыханное дело. Тебе надо поскорее выяснить, куда делся твой небокрыл. Но теперь птица у нас, парни. И мне без разницы, насколько сильными кто-то там их читает. Из нашего загона этой пташки не выбраться. Небокрыл там! Если ты собираешься к водопаду, не забывай, что там водится всякая ползущая и летающая живность. Страшная и опасная. Понадобится меч. Кажется, командующий рыцарями сейчас в зале для тренировок. Спроси у него, может он одолжит тебе меч. О, меч бы мне помог, пойду-ка спрошу. Здрасте. Зал для тренировок. У вас есть меч лишненький? Игус. Ба, Линк! Решил немного потренироваться прямо в день церемонии окрыления? Ну ты молодец. Меч в дальней комнате, иди сходи за ним. Я буду здесь, так что если захочешь спросить, как пользоваться мечом, подходи и спрашивай. Блин, я столько лет учился в академии, как будто я не знаю, как пользоваться мечом. Ладно, пойдем, заберем. Меч. Так? Ух ты! Мой первый меч! Тренировочный меч. Такие мечи используют для подготовки в Академии рыцарей, и клинок, похоже, довольно острый. Нажми плюс, чтобы в любой момент посмотреть свое снаряжение. Давай посмотрим. О, смотри, у меня есть кошель, мини-кошелек. Вмещает 300 рупий. Угу. А меч что? Обычный меч для тренировки. Ну и понятно. Все, выходим и бежим. Спасибо за меч, мистер. Я побежал. Воу-воу-воу-воу. Прикольно, я махать им могу. Эй, Линк! Что случилось? Из зала для тренировок меч выносить нельзя. Куда это ты с ним собрался? Черт. Что? Твой небокрыл пропал? И ты собрался его искать? Что ж, думаю, могу сделать исключение. Но не забывай, небоземь — мирное место. Тут только рыцари носят мечи, поэтому поаккуратнее там с ним. Без глупости, окей? Не хочу, чтобы ты что-нибудь натворил, поэтому уговор будет такой. Сначала как следует потренируйся тут на бревнах, а когда выйдешь с мечом за дверь, используй его только в случае крайней необходимости. Договорились? Ну ок, договорились. Спасибо вам, мистер. Что ж, давай рубить. Значит, захват цели. Так, разрубить по вертикали. Опа. Ух ты, какая тут боевка прикольная. Мне нравится. По горизонтали. Забавно. Теперь здесь надо по центру ткнуть. Блин, мне нравится. Очень круто. Ой, вот так вот надо. Давай, есть. Вот молодец, Линк. Ты отлично управляешься с мечом и все схватываешь на лету. Горжусь таким учеником. Готов приступить к освоению круговой атаки? Конечно. Опа-на. Так. Круговая атака делается вот так. Ну, сейчас попробуем. Ой, что-то не то. Как же ты так, Линк? Это на тебя не похоже. Два бревна осталось, не срубил все. Значит, право, лево, право. О, отлично! Получилось. Вижу, у тебя уже отлично получается. Может, попробуешь сделать финальный удар и закончим на этом наш урок? Согласен, давай сделаем финальный. Хорошо. Вот так вот. Захват. Вверх, вниз, вверх. Ого, круто. Молодчина. Финальный удар. Придется очень кстати сразу после оборонительного удара щитом или успешной круговой атаки, когда враг лежит на спине. Спасибо вам, мистер, вы меня очень научили. Блин, ну вот это вот круто, то, что я по круговому могу мечом вращать. Как вертолет, как пропеллер. Ладно, все, хорошо играть, пошли птицу вызволять. Ну что, давай разрубим эту штуку.
Блин, классно рубится все так. Ха, нарезал, нашинковал. Ой, 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 табличку случайно обрезал. Да блин, вот это ударь. А вот так вот, если сделать. О, вот так вот можно разрубить. Сейчас еще вот это вот разрублю. Нравится мне тут рубить все. Да блин, все, пошли, короче. Расколошмарил все, что можно. Водопад на пещеру. Летучие мыши. Здорово. Не подходи ко мне. Вот это я их ошарашил. Жизнь, сердце. Целебная энергия этого предмета восстанавливает одно сердце. И рупий зелененький. Так, еще что-то. А, вот еще сердечко. Бежим. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. К ноге прилип. Засранец какой. А это что я нашел? Сгусток слизи. Может показаться, что это ничем не примечательный грязный комок, но у него на самом деле много применений. Короче, тут жуков можно собирать, ты видел? Коллекция, да, можно собирать бабочек, жуков. Ясненько. Кстати, траву можно рубить, интересно? И траву можно рубить, как в ботве. Ушла нафиг мышка. Что-то выпало, что-то выпало. Рупи. Так, значит, траву можно рубить, это круто. Отлично. О, а тебя можно собрать как-то? Ой, случайненько вышло. Короче, походу тут нужен сачок, чтобы ловить жуков, о котором мне говорил малец. О, смотри. Черт. Там вон сундучок, если как туда попасть. А как туда попасть? Странно. Непонятно. Ладно, сейчас. Опа, скользко. Давай сразу бегу. Отлично. Маленький расхититель гробниц с летучими мышками тут борется. Забавно. Давай-ка вот сюда залезем. Там он подъем наверх есть. О, бочечка, отлично. А, точнее, сундучок. Рупий. Красная рупия. 20 зеленых рупий. Отсюда мы никуда не денемся. Да вот это сломаем. Ага. Ну, с сердцами у меня проблем нету. Бежим дальше. Какие они наглые. Прям на руку, на ногу цепляются. Чё, когда там выход? А вон, смотри, выход уже виднеется. Опа, мышки. Чё-то еще и выпало с нее. Обалдеть. Рок. Коготь монстра. Такой же, как в ботве. Интересно, мы можем что-то с ними делать или нет? С этими ингредиентами. Так, это у нас богомол. Ну, я его трогать не буду. А там у нас красная рупия есть. С разбега ее, что ли, взять? Давай попробуем. О, точно. Точно. Мы же тут не можем карабкаться. Ну, в смысле, на корточках ходить. Только кувырками. Че, получается, все. А как наверх-то попасть? Я хочу наверх попасть. Там сундучок еще наверху был. Ну, ладно, пойдем сюда тогда. Опаньки, опаньки. Походу, здесь я и смогу наверх попасть каким-то образом. Эй! Линк! Привет, Линк. Я надеялась, что ты будешь здесь. Мне сказали, что ты пошел искать свою птицу у водопада, и я решила прилететь и помочь. Как поиски? Нашел что-то? О, нет. Не будем терять надежду. Впереди есть местечко, где грусь со своими прихвостями часто околачивается. Может, там что-нибудь найдем? Ну пошли, чего ждем-то? А? Кто? Кто это? Кто меня зовет? Ой. Прости, Линк, я что-то отвлеклась. Идем. Пошли. Итак, мы снова с Зельдой. Я ее защищаю.
Я ее рыцарь. Хотя она об этом еще не знает. Но в будущем я буду ее защищать. Смотри, вон он. Бедолага, вот это его заколотили. Точно, это же твой небокрыл, Линк. Ну пойдем спасать его, чё. Надо веревочки разрубить. Вот так, подожди, птичка моя. Сейчас тебя освобожу. Вот так вот. Вылетай оттуда. Нужно спешить, Линк. Раз твой небокрыл теперь свободен, тебе нужно лететь на церемонию. Но сначала я хочу кое-что спросить. Я только что слышала голос. Ты тоже его слышал? В последнее время это происходит довольно часто. Такое странное чувство, как будто кто-то зовет меня. Никогда не задумывался, что там, под облаками. Прости, Линк, нет времени болтать. Нужно спешить. Смотри, твоя птица ждет тебя. Просто спрыгни с края и нажми эту кнопку. Ты не упадешь, не бойся. В этот раз твой небокрыл точно тебя поймает. Ну ок, в этот раз я тебе доверюсь. Юху, я лечу. Так, вызвать небокрыла. Мы летаем. Отлично. Крутяк. Зельда, тебя догоню. Твой небокрыл просто потрясающий. Особенно учитывая все, что ему пришлось сегодня пережить. Я полечу обратно и расскажу отцу, что произошло. О, снова это Чукча. Так. Кто это к нам пожаловал? Говорят, ты сумел отыскать свою дурацкую птицу. Я прямо вне себя отчасти. Вот только из-за того, что ты там со своей курицей где-то мотался, разминка перед гонкой пошла на смарку. У меня уже все затекло. Ты уже почти взрослый, а все еще шагу без Зельды ступить не можешь. Небось, даже обед себе сам приготовить не умеешь. Уж прости, но сегодня твоему милому воображаемому мирку придет конец. Сегодня Зельда играет роль богини на церемонии, и накидку планер от нее получу именно я. А слыхал? Она сама ее сшила. Нельзя позволить, чтобы такое сокровище досталось какому-то неудачнику. Накидка планер от Зельды будет моей. Буа-а-а, еще как. Наверняка она думала обо мне, когда ее сшила. Да, теперь все ясно. Сперва я выиграю гонку, а потом мы с Зельдой завершим церемонию на статуе. Лишь мы вдвоем. Это будет наш особый момент наедине. И я никому не позволю нас его лишить. О, я уже... практически вижу. Вижу как. Да. Грусть, эй, грусть. Обернись. Обернись, говорю. Что? Вы что, не видите, что я? Не объясни, что ты имел в виду под нашим особенным моментом наедине? Да я тут так, ничего особенного, просто типа, Линк, дружище, ну точно, я говорил ему, как я рад, что он нашел свою птицу, теперь посоревноваться можно в честной-то гонке, наконец-то. В общем, увидимся, Зельда, смотри на меня во время гонки, я буду самые крутые виражи закладывать.
Ну ты выхухоль, Грусь. Эй, Грусь, подожди нас. Нет, ну ты слышал? Честная гонка. Ха, раз он в ней участвует, на это точно можно не рассчитывать. Ну да ладно. Не расстраивайся из-за этих болванов, Линк. Просто покажи, на что ты способен. Я знаю, что ты лучше их, и думаю, что в глубине души ты тоже это знаешь. Мы наедине, да? Не уверен. Подожди, давай спросим, мы наедине. Ой, ну, Линк, сосредоточься ты хоть на минутку. Эй! Церемония открытия начинается. Всех участников просим собраться. Похоже, пора. Удачи, Линк. Ой-ой-ой, вот это церемония. Словно на истребителях. Эй! Внимание! Пожалуйста. Мы наконец-то готовы начать церемонию окрыления. Я уже опасался, что Линк не сможет участвовать, но, к счастью, проблема была решена. Рад, что все участники на месте. Прежде чем мы начнем, я хотел бы объяснить правила сегодняшнего соревнования. Я привязал маленькую статуэтку к этому небокрылу. Потом я отпущу его в небо. По моему сигналу разбегитесь и прыгайте вниз. Когда будете в воздухе, оседлайте своих птиц. Не забудьте быстро позвать птицу при помощи этой кнопки после того, как спрыгнете. Тот, кто первым догонит моего небокрыла и схватит статуэтку, победит. Вот и все правила. Мне кажется, довольно просто. Или повторить? Еще разок, могу сказать я. Или все ясно? Да все ясно, что тут? Превосходно. Сегодняшний победитель перейдет в следующий класс. Это большой шаг на пути к рыцарству. Он также получит подарок от девушки, которая была выбрана в этом году на роль богини. Я слышал, что девушка, играющая в этом году роль богини, изготовила этот подарок своими руками. И, конечно, вы все знаете, кто в этом году исполняет роль богини. Наша чудесная Зельда. Покажите, на что вы способны, и что вы не зря так усердно тренировались. И никаких нечестных приемов, пожалуйста. Тот, кто будет мешать другим участникам, потом будет иметь дело со мной. К тебе это относится больше всех, Русь. Эй! Ну, господа участники построились. Соревнование начинается по моей команде. Я готов. У меня, правда, уже все ладошки вспотели. Но я готов. Старт! Бежим! Скорее, скорее, скорее. Прыгаем. Йо-хо, вызываем птицу. Что-то я немножко запоздал. Так, нам вон за той птичкой надо. Там кто-то возле нее трется уже. Давай ускоряться. Ускорение. Еще. Еще. Давай теперь взлетим. И сверху на нее спикируем. Черт, черт, черт. Давай, 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 давай. Ножи, ножи. Ускоряемся. Схватить. Эй, выскочка, сегодня мой день. Так что нечего мне тут. Че ты творишь, Ага, посмотрим, как ты полетаешь яйцами по всему лицу. Вот негодяй, а. Еще яйца кидают. Смотри, вон они летят, яйца. Так, ускоряемся. Уворачиваемся. Повыше надо залететь. Ай-яй-яй, она прям подо мной. На-на-на-на. Вниз, 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 срочно. Схватить. Есть. Статуэтка птицы. Она доказательство твоей победы. Скорее бы ее увидела Зельда. Линк! Вот она бесстрашная. Не переживай, я в порядке. Ты отлично справился, Линк. Поздравляю тебя. Нам лучше поскорее продолжить церемонию. Ha ha ha!
Линк, пожалуйста, дай мне статуэтку с птицей, которую ты получил во время гонки. Это мой дар богине. Музыкальная пауза. Великая богиня, защитница, нас ведущая, даруй нам милость и благословение, а мне позволь быть твоей посланницей в этой церемонии. Бравый юноша, ты одержал победу на празднованиях птичьего народа. Согласно древним обычаям, я одаряю тебя благословением богини. Оно неспосланно ею с неба в виде этой накидки, которую я теперь передаю тебе. Накидка Планер. Теперь ты можешь прыгать с любой высоты, не боясь жесткого приземления. А еще она приятно пахнет. Линк, прекрати валять дурака. У нас же священный обряд, забыл? Говорят, что когда-то давным-давно своему избранному герою богиня тоже подарила накидку Планер. В твоих руках, конечно же, не она. Я очень постаралась закончить шитье вовремя, чтобы успеть передать ее сегодняшнему победителю. И я очень рада, что им оказался ты, Линк. Береги ее, ладно? Спасибо, Линк, что сдержал обещание и проделал весь этот путь, чтобы сегодня быть со мной. Нам осталось выполнить последнюю часть обряда. Ты же знаешь, что происходит в конце? Ой-ой-ой, не-а, догадываюсь. Ой-ой-ой, давай выберем, ой-ой. И что же ты подумал? Не глупи, это твой звездный час, Линк. Чё, поцелуй, поцелуй, поцелуй. Что происходит? Ты должен спрыгнуть со статуи. А, глянь-ка вниз. Видишь тот большой круглый узор внизу? Чтобы завершить церемонию, тебе нужно приземлиться в середину. Спрыгни отсюда, а прямо перед приземлением раскрой накидку Планер. Проверим, насколько ты смелый. Если ты и правда бесстрашен, то раскроешь накидку в самый последний момент. Ну что, готов прыгнуть? Вперед! Как обычно, снова она меня столкнула. Летим, летим, летим. Прямо в центр надо приземлиться. По тени, по тени, по тени. Опа! Получилось? Я вообще грамотно все сделал. Превосходно, Линк. Ты был великолепен. Знаешь, Линк, раз ты сегодня победил, и стоит такая хорошая погода, как ты смотришь на то, чтобы, ну, вместе полетать над облаками? Линк! Эй, Линк! Я навсегда запомню сегодняшний день. Твоя победа, а потом обряд, который мы выполнили, это было прекрасно. Я была рада провести этот день с тобой. Знаешь, Линк, я давно хотела с тобой кое о чем поговорить. Опачки.
как всегда, на самом ключевом месте. Что это? Нифига себе. Ураган. Средь бела дня. И так внезапно. Что происходит? Налин! Я жду тебя. Пришла пора пробудиться. Тебя ждет важнейшая задача. Ты проснулся. Когда Небокрыл принес тебя, ты был очень слаб и без сознания. Я опасался худшего. К счастью, у тебя не нашли серьезных увечий. Хотя бы это хорошо. Но, Линк, где же Зельда? Она ведь была с тобой, верно? Что? Случилось с моей дочкой. Ну, короче, мы летали на птичках, но потом откуда ни возьмись появился вихрь, и она упала. Я пытался полететь за ней, и я тоже упал. Черный смерч, говоришь? Это не простой ураган. Тебе надо поберечь себя. Ты еще не совсем оправился. Скажи-ка, когда ты был сегодня с Зельдой, ты не заметил ничего необычного? Опять что-то рассказывай, там бла-бла-бла. Понятно. Значит, она говорила о поверхности под облаками. А тебе в последнее время снятся сны о важной задаче. Любопытно. Прости, я задумался. Все это очень странно, но не думаю, что эти события как-то связаны. Я переживаю за Зельду, но уверен, что пока она со своим небокрылом, с ней все будет в порядке. В любом случае, подождем до рассвета. В кромешной тьме будет очень сложно разглядеть маленькую девочку с птицей, и к тому же опасно. Отдыхай, Линк. Зельда все будет хорошо. Она жива. Я знаю.